Всем привет! Сегодня у нас опять на обзоре кабачок здоровущий, из которого мы будем готовить вкусненький торт кабачковый. Итак, кабачок режем, чистим, да, на кусочки и натираем на терке. Вот такая у меня большая чашечка кабачка получилась натертого. Сюда мы добавляем 2 яйца. Яйцо домашнее, поэтому оно такое желтое. Дальше добавляем соль, соду я сюда добавляю. Приправы, например, вот петрушку сушеную, хмель, сунели, перец, все, что вам нравится. На блинной сковороде выпекаем вот такие блинчики. Посмотрите, очень хорошо переворачивается. Берем 4 морковки и 1 луковичку. Морковку мы трем на терочке, лук вы можете порезать. Я для своих тоже лук потерла. И отправляем все это в сковородочку обжариваться. Доводим до готовности, солим, перчим тоже по желанию. Вот таких у меня 4 блинчика получилось. Я готовила из половинки кабачка. Добавляем сюда чесночок, нашу начинку, сыр где-то 60 грамм и, естественно, секретный ингредиент — майонез. Все хорошо перемешиваем, а блинчик немножечко я смазывала сметаной, майонезом можно смазать, да, сыром творожным, будет очень вкусно. Выкладываем начинку, сверху зеленушка, и так чередуем. Посмотрите, какая красота и вкуснота получилась. Это очень сытно, нравится всем. Сезон кабачков, как раз время приготовить вкусный кабачковый тортик. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписаться на канал. Пока-пока!